получается добиться сколько-нибудь весомых результатов. Но он очень стабильный спортсмен. Стабильно не очень. Вот на чемпионатах мира он со стабильностью раз в два года пролетает мимо произвольной программы. Даже так? Вот. Через год. Год попадает, год нет. Ну, вот я говорю стабильно. Осложнение такое. Я думаю, судьи очень хорошо оценят. Сейчас дождемся. Да, присанули не плюс один. Прекрасный каскад, тройной сальто, тройной тулуп. Он решил взять качеством. Более такие элементы не сложные. Тоже но тактика. Качество, тоже да, качество исполнения действительно очень хорошее. А вот двойной акцент как раз не лучшим образом. Спортсмены очень внимательно считают количество оборотов, понимая, что от каждого промаха будет зависеть очень многое. Количество баллов. Ну да, в особенности вот борьба за попадание в произвольную программу на нижних этажах, скажем так, таблицы. В короткой это действительно очень важно, вот эти крохотные крупицы. Вот сейчас вот интересно, как поведет себя рефери у него. Расстегнулась штрипка. Ага. Молодец, выкрутился. Ох. Выкрутился австриец. Да, вот это вот и такого я еще не видел. Здоровых шагов получает, правда, первый уровень, но красавец. Но он спотыкался на ней там неоднократно. Класс, вообще класс. Такого действительно редко увидишь. Во всяком случае, я так сразу не припомню. Зато вот с этой вот игрой он потерял уровень. Потерял, конечно. Очень серьезно. Ну, несмотря ни на что.